Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտող, Արարատի եթերում դարձյալ բարևի ես եմ հաղորդաշարն է, տրամադրվեք, նախապատրաստվեք, այսօր շատ հետաքրքիր զրույց է լինելու, քանի որ պատիվ ունեմ զրուցելու և անդրադառնալու մի մարդու, ում ստեղծարարական հենքն ու կարողություններն այնքան մեծ էին, որ անկախ բոլոր դժվարություններից, անկախ հիվանդությունից, անկախ խանգարող բոլոր հանգամանքներից նա կարողացավ դրսևորվել լիարժեք և ժառանգություն թողել յուրաքանչյուրիս համար։ Առնո Բաբաջանյանի մասին ենք զրուցելու, միացեք մեր զրույցին։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, հուսամ ձեզ համար էլ հետաքրքիր կլինեն այս 40 րոպեները։ Добрый вечер, спасибо, что вы нашли время, и думаю, что вам тоже будет приятно. Для меня очень приятно, очень ответственно, потому что будем говорить о личности, которая, по-моему, не может не пробудить в человеке красивые эмоции, и его творчество не может человека не сделать более добрее, более заинтересованнее, более благороднее. Так что я думаю, что будет интересный разговор. Հարգելի հեռուստադիտող, պարբերաբար խոսելու ենք ռուսերեն, որովհետև այս պահի դրությամբ մեր կապի միջոցը այս լեզուն է լինելու։ Ես կուզեմ սկսենք հիմնադրամի ձևավորումից։ Կարծում եմ, Բաբաջանյանը այն մեծությունն է, որը անհրաժեշտություն չունի լուսաբանման և տարածման, բայց այնուամենայնիվ 1990 թվականին ստեղծվեց անհրաժեշտություն ձևավորելու Առնո Բաբաջանյանի հիշատակին նվիրված հիմնադրամ։ Որքանով եք համարում, որ իսկապես այսօրվա հասարակությունը ունի դրա կարիքը և մենք պետք է այդ լուսաբանումով տանք հնարավորություն ձևավորվելու ավելի կիրթ և դաստիարակված հանդիսատես։ Եկեք, որ հիմնադրամը ստեղծում ենք, պատահական ձեզ դուրս եկավ, որովհետև շատ մարդիկ կային, որ նրանք բավական մոտ էինք անորությունի չհետ, իրա ինգերները, կամպազիտարը Պախ, Մոտովա, Շայինսկի, Արմեն Բարիշեջի Գրխանյանը, Յոսիպ Դավիթիչը, Կապզոնը, հետո Հայաստանում են ժամանակ ապրում էին Էդուարդ Միրզայանը, Լազար Սարյանը, ասինքն պապայի սաղ ինգերները, Ալեքսանդր Արությունյանը, այն մարդիկ, ում հետ ինքը սաղ իրա կյանքը ապրել է և միասին աշխատել են, ուսպես такая идея пришла вот о создании фонда. 26 лет уже прошло, вот большой достаточно срок. Вот, ну, много что, чего удалось сделать, много еще хотелось, что предстоит сделать. Самое, знаете, главное, это то, что вот, обидно мне особенно, да, как человеку, который знает творчество Арно Артюновича, что не все, к сожалению, сейчас помнят эту музыку. Может быть, знают какие-то отдельные его произведения, да, эстрадные в основном. Даже многие не знают, что эту песню сочинил Арно Бабаджанян. Сейчас как говорят, что песни из репертуара, например, Муслима Магомаева. А иногда просто и слово репертуара тоже забывают. Просто говорят песню Муслима Магомаева. Ну, обижаться нельзя на это. Просто ну, сейчас время такое. Да? Вот. И поэтому, вот, когда мы создавали фонд, конечно, ставили первоочередную задачу, чем дальше это больше и больше, что, чтобы эта музыка жила. И вот мы каждый фестиваль или концерт, который мы проводим, мы стараемся вот перекидывать этот мостик из прошлого в будущее. Потому что молодые исполнители, которые исполняют на наших концертах песни, многие из них не родились тогда, когда эти песни были написаны. Есть песни, которые написаны в 1956 году, в 1957 году, да, вот из... Даже после смерти, да, ведь они родились. Даже после смерти так было. Вот, ну и «Ноктюрн» песня родилась после смерти Арно Артюновича. А совсем недавно мы открыли филиал нашего фонда в городе Воронеж в России. И был большой очень концерт. Вага Степанян, наш хороший друг, партнер, сейчас вот он директор фонда Воронежского отделения, объявил конкурс на песню о Воронеже. И очень многие поэты откликнулись. И был такой интерес, что мы решили попробовать. Много у Арно Артюновича песен осталось, которые они как бы не нашли свою жизнь. Ну, так, многие просто в рукописях были, что-то было записано, просто стихов не было. И мы вот отобрали песню и написали ту самую стихи, написали на эту музыку. Песня о Воронеже. И премьера была как раз вот в Воронеже.
3000 мест, большой очень зал. Люди, знаете, как принимали. Вот когда эта песня звучала, еще сзади шли кадры «Город Воронеж», «Город колокольный». Помните, да? Вот и Армен присутствовал на этом концерте, и Коля выступал. И Армен как раз запевал это, запевал песню. Может быть, это самое, два это самое. Помните, как она начиналась? Припев был. Прекрасная музыка сегодняшнего дня, да? Да. Ну, я сейчас, наверное, ее сейчас, я отвлекся на Араба Баджаняна, более такой, этот самый его репертуар, поэтому то, что касаемо его песен, они все... Та-т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 а, и не забыть мне, как стихи, не помните стихи, как бы... Вот, нет, знаете, стихи, и... музыку сразу запомнил. Да, музыку я тоже помню. Такая гениальная. Прекрасна музыка сегодняшнего дня. И не хочу я для себя судьбы окольной. В своих ладонях приворонежил меня. Своей любовью. Своей любовью приворонежил меня. Для новой жизни этот город колокольный. Ну, такая песня, честно говоря, у многих, я вот смотрел в зал, мы на сцене стояли, у многих слезы были на глазах. Эмоциональная. Народно-патриотическая такая. Веселая. Она искренняя, текст искренний, музыка тоже очень образная и такой подарок. И городу. Ты правильно выбрал музыку. Вот о выборе говорить очень важно, правильно понять, как надо работать с публикой, то есть какие произведения надо преподносить той или иной публике. Вот когда бывают у вас разные концерты в разных городах, вы думаете о репертуаре, какие песни правильнее преподнести и каким певцам их дать. Потому что очень важно, чтобы певец-артист понимал произведение, просто слова понимал или не просто понимал, что это великий Баба Джанян, которого надо исполнить, а перенес через себя всю эту информацию музыкальную. И вот знаете, с первой половиной вашего посыла я соглашусь, то, что надо артисту подбирать те или иные песни, ну, в зависимости от его темперамента, от его голоса, от его, я не знаю, эмоциональности, темпера. Да. А вот что касается первой, у Арнура Рутиновича вот все песни, которые есть, мы, наоборот, у нас проблема в том, чтобы как бы что-то сократить. Потому что концерт вот на Воронеже шел 3 часа, да, потому что и эту песню хочется, и эту песню, а их так много, и все, в принципе, вот я их люблю как родные, знаете, вот очень трудно вот эту не поставить в этот раз, а эту поставить, то есть не стоит такой вопрос. Но вот труднее всего вообще-то выбирать артистов, да, потому что у Арно очень... Так сказать, вот как сказать, нетрудные песни, тяжелые или нет. Они предполагают. Они голосовые. Голосовые, да. Да. Но он же в основном был на Муслима Магомаева, да? Это самое. И очень трудно сейчас вот в современном мире найти такого артиста, чтобы и почувствовал. В комплексе и было. И в комплексе, да, чтобы все это было, плюс как Муслим делал, да, в свое время. Вот. И сценично было, и вокально, и музыкально, и слова понимал, потому что там такие поэты писали эти слова, что я не знаю таких поэтов, когда еще будет, да? К сожалению, есть многие певцы, которые вроде бы хорошо поет, ноты такие, все, там, да, берет и ноты, и все, но не понимает, да, о чем поет. Не понимает, о чем поет, потом... Потому что эти поэты и этот композитор такую душу вкладывали вот в это все. Вот каждое слово, каждое это, понимаешь, что это у них идет от души все. Если у исполнителя нет вот этого, да, самого главного. Голос, только то... голос не поможет, конечно. Вы знаете, я очень долго старалась понять, ну, в чем секрет, вот как он находил правильные эмоциональные волны и правильные музыкальные, классические волны. Я тоже то очень много думала. Невозможно понять это. Я думала, знаете, я иногда думаю, что вот это все идет от его доброты. Душевный. Я понимаю, я принимаю. Но все-таки человек, который в 32 года понял, что он не жилец. Так неизлечимо, да, болен, да. Неизлечимо болен, и он должен бороться. Он все время должен бороться. И все те дары, которые даны ему, чтобы он реализировал себя, он иногда сможет, а иногда может просто физически не суметь перебороть себя и показать то, что у него кипит внутри. Он борцом был, наверное, и боролся, конечно. Он прожил 20 лет, да? 30 лет. 30 лет прожил с таким заболеванием, еще работал, писал.
Ну, это все от Бога, наверное. Все от Бога, это сверху все. И писал добрую музыку. Да, очень добрую музыку, очень светлую, очень позитивную. И вот, знаете, вот Муслим где-то в каком-то интервью, я помню, он говорил, что одно как-то, говорит, торопился. Да. Ну, может, ему непонятно было, Муслиму, почему. Потому что он, говорит, одну песню, потом сразу вторую, потом третью, и они не успевали раскручивать песни. И многие песни из-за этого как бы вот, ну, сошли. Потому что если есть новые, как бы все хотят новые, правильно? Да. А есть такие старые, которые не хуже, чем вот те новые, которые были написаны. Не спешу. То, что песни, конечно, все помнят, все любят, это очень хорошо и очень важно, что вы занимаетесь этой пропагандой, которая дает возможность все время быть близко к его творчеству, к его искусству. Но есть академическая классическая музыка, которая не менее хороша, не то что хороша, она гениальна и во многих международных конкурсах она до сих пор как бы дает возможность понять, насколько артист владеет теперешним мышлением, музыкальным мышлением, современным мышлением 20-21 века. Вот насколько вы этим занимаетесь? Насколько я знаю, есть один проект, который мне очень понравился, и я очень рада, что будет возможность хотя бы как-то приблизиться к музыке, которая была в душе, в мысли Арно Бабаджаняна, и были какие-то наброски, которые так и остались набросками. Я говорю о балете. Да. То есть он всю жизнь мечтал написать балет. Есть работа и в этом это плане. По большому очень секрету. Я, знаете, не люблю как бы заранее что-то анонсировать, потому что, ну, мы все боимся там сглаза или чего-то. Да, суеверные люди в этом плане. Но у нас в Армении, я считаю, что у всех правильный глаз, и все, наоборот, доброжелательно относятся к творческому наследию Арно Артемовича. Мы встречались совсем недавно вот с продюсером нашего фонда, Арменом Саркисянцем, были в Санкт-Петербурге. Встречались с маэстро Гергиевым, вот, и нашли в нем единомышленника вот в этом вопросе. Вот. Больше ни о чем говорить не буду. Посмотрим, сейчас вот идет как раз работа и с балетмейстером, и с композиторами, аранжировщиками, чтобы вот этот материал можно было как-то вот преподнести. И не потерять. И не потерять, безусловно. Да. Я буду с нетерпением ждать этого проекта. Перейдем к мальчикам. Мне очень интересно, как вы относитесь к песням, то есть как вы избираете для себя, отбираете для себя песни, и знакомитесь ли вы с историей песни, как она родилась, когда она родилась, в каком настроении был, потому что Арно Арутинович, потому что вы имеете эту возможность с первых уст услышать всю историю этой или другой какой-либо песни. Арман Перо. Ну, я, как скажу, историю, как, какой день она написалась или в каком году она родилась, я не интересовался, но то, что песни сталкиваются вот сейчас вот со мной, которых я вот раньше не знал. Вот я знал какие-то, которые пели на телевидении, но есть много песен, которые вообще их еще я даже и не слышал. Вот я, когда мне Арнович попросил, чтобы я их послушал, вот, и как бы у меня не было такого вот уверенности, что она мне подойдет. Но когда я ее записал, и когда мы начали, я начал в нее вникать и начал просто понимать, что эти песни написаны в то время, когда писались гениальные песни во всем мире тоже. Она именно может и на итальянском языке, если ее споешь, она также прозвучит грандиозно и интересно. Вот. Поэтому и по-французски, и, в общем-то, и очень ложится на гармонию сердца. И не только исполнителя, и тот, который слушает, вот, допустим, слушателя. И мне кажется, что Арно Арутюнович, он, наверное, с людьми очень близко, душевно очень имел контакт. Он знал, наверное, можно сказать, политику, психологию жизни очень хорошо чувствовал ее сердце. Поэтому вот у него, наверное, рождались на этой почве очень такие вот грандиозные песни, которые живут веками и будут еще жить. Вот так я скажу. И всем понятны, всем доступны. А для вас, Николай? Да, спасибо. Знаете, я с творчеством Арно Арутюновича познакомился довольно-таки давно уже.
Сначала я услышал песню, которую написал Нерно Родионович, но исполнял Муслим Магомаев в мультике про бирманских музыкантов. Да. Вот. И потом меня этот голос очень мне понравился голос. И я стал находить, слушать песни, да. И все больше и больше стал замечать, что во всех песнях, практически во всех песнях, все время фамилия Бабаджанян. Uh-huh. Да, меня это очень заинтересовало. Я просто влюбился в эту музыку, когда какую песню не включу, любая нравится. Знаете, вот, и нету даже такого, что вот эта песня нравится больше, чем эта. Uh-huh. Мне как-то, вот знаете, все произведения Арно Арутюновича нравятся. Мне, наверное, нету такого произведения, которое бы мне не понравилось. И, безусловно, я еще хочу обратить внимание на то, что вы спросили про историю песен. Я, к сожалению, сейчас в наше время интернет, да, он сильно распространен, и не всегда там верная информация есть. Я в этом году закончил университет московский гуманитарный по культуре и искусству, да. Вот, и я писал непосредственно, у меня была курсовая работа Арно Арутюнович Бабаджанян. Вот, я посвятил этому реферат большой, там на 60 страниц. Вот. И мне пришлось столкнуться с тем, что информация везде отличается, да, в интернете. Но в то же время я стараюсь, сейчас, к счастью, к огромному, я познакомился с Арно Арутюновичем Бабаджаняном. Вот, и сейчас я могу уже непосредственно спросить, да, как та или иная песня была и когда она была написана, какая мысль присутствовала у Арно Арутюновича. Вот. Но в то время, тогда еще, когда я писал реферат, у меня еще не было, ну, не всегда был источник, но в то же время мне это очень интересно. Я всегда, когда перед тем, как исполнять песни Арно Арутюновича, да, я всегда изучаю этот вопрос. Потому что меня очень заинтересовало, я нашла для себя этот факт, может быть, опять интернет и неправильная информация, но что песня «Первой любви» Арачинсиро Ерки была написана без инструмента, то есть на подоконнике он подбирал для себя. Ну, не знаю, знаете, отцу не нужен был инструмент, чтобы что-то писать. Он мог, мелодия пришла, он мог, например, если где находился, брал салфетку и прямо на салфетке там делал и писал ноты. То есть музыка в нем была, а инструмент это просто, чтобы проиграть там, поэту или исполнителя. Слышал. Что касается это подоконника, это я рассказывал, наверное, это интервью слушали мы в фильме, да, был телевизионный фильм, что это было рассказано к тому, что мы жили в достаточно таких стесненных условиях, родители только переехали из Москвы в Ереван. Даже у отца не было письменного стола, где бы он должен был писать. А нужно было срочно написать партитуру, потому что утром уже была запись. И вот папа сел у окна на подоконник вот этой квартиры, где мы живем в Москве, в другой квартире. Мы сейчас переехали, ну, в том же доме. И всю ночь писал вот эту партитуру. Писал тоже изнутри. То есть ему не нужен был инструмент, чтобы... Потому что музыка у него в голове была, поскольку у него абсолютный слух. Ну, вы музыкант сами представляете, да, как это. У них кухня своя. И он писал. И утром не мог повернуть шею, потому что, видно, от напряжения еще там сквозняк, понятно, скорее, наверное, всего. Да. Вот, а так, в принципе, инструмент нужен был, ну, он пианист был от Бога, блистательный пианист, и классический, и Рахманин. Вот, знаете, утро начиналось у нас дома, папа садился, вставал, просыпался, первым делом садился за рояль. И как разминка он играл, Рахманина очень любил, Шопена, потом свои какие-то произведения. И вот минут 20-30 вот этим он занимался, ну, вместо зарядки, физзарядки. Поэтому пианист он блистательный, но когда писал музыку, вот, есть последняя песня Арно Бабаджаняна, ее нашли в больнице, буквально за несколько дней до смерти, папа, какая-то мелодия к нему пришла, и вот он эту мелодию записал, и потом прошло какое-то время, Иосиф Давыдович Кобзон пришел к нам домой, вот, и мы показали ему эту страницу, там инструментовщик был такой Владимир Хорощанский и Давид Тухманов, он сделал оркестровку, а стихи написал Роберт Рождественский. Кстати, мне вот эти стихи, которые он написал на эту мелодию, больше нравятся даже, чем вот текст «Ноктюрна». Вот «Ноктюрн» тоже блистательный, поэзия, все, но там настолько вот он... Не знаете это стихотворение? Какое? Вот последняя песня Арно Бабаджаняна. Нет. Нет. Как нет? Вы не верьте в мою немоту. Даже если я вдруг упаду, если уйду, я не в землю уйду. Я не в землю, я в песню уйду. В песню уйду, да, я вспомнила. Стихи очень просто. Красивые, гениальные стихи, да. Не знаю, я думаю, что вы даете возможность нынешнему поколению
не забывать о самом главном, о том, что в музыке надо творить, что были и будут гениальные люди, которые будут иметь возможность проявления не только самого себя, а той космополитической, того космополитического мышления, которое даст возможность всем народам, всем нациям понять, разузнать, услышать, полюбить и стать добрее, стать красивее, стать более открытыми для принимания и понимания этого мира. Поэтому думаю, что продюсирование, чем занимается ваша супруга, тоже очень помогает. Я бы хотела, чтобы вы со своей стороны сказали бы, вот насколько для вас важно в 21 веке важен этот аспект, этот рычаг продюсирования. Нужно ли заниматься этим? Потому что если мы не будем продюсированием такой или подобной музыки заниматься, мы будем терять все время, потому Конечно. Что идет поколение, которое может набирать большие концертные залы за счет очень неинтересных песен, может и не песен, может и не ритмов, уже иногда непонятно за счет чего. Да, конечно, вы абсолютно правы, это очень нужно даже делать. Конечно, современный мир, у современного мира другие потребности, да, другая музыка, молодежь другую музыку любит, но очень со вкусом и очень осторожно надо им вот это все передать и объяснить. И я думаю, что если хороший музыкант будет и умный, и талантливый, и он поймет, что эту музыку нельзя терять. Потому что такой музыки, вот, я не знаю, мальчики сказали, что в то время, когда Арно писал, писалась очень хорошая музыка во всем мире. Вот все, что хорошее создано, вот в это время создано практически, да. Вот это все, если потеряешь, я не знаю. Вот сейчас есть кризис, да во всем мире есть кризис. Хорошей музыки, хорошей, Арай говорит, ну 7 нот, Майя, ну что поделаешь, ну сколько можно, сколько можно. Я думаю, что не в нотах тела, а в душе, а, я не знаю, о чувственности, потому что Туарно тоже 7 нот было, и писали тоже. И много писали. Я не знаю, это обязательно надо делать, но надо как-то вот подход найти к молодежи правильный, чтобы они тоже полюбили, тоже увидели и поняли, что это музыка, что это настоящая музыка. Я согласна, но за счет концертов можно ли все это сделать? Потому что концерты дают возможность слуху, видению расти, проявляться как-то в красивом плане, но нужны же знания. То есть есть ли литература, которая издается вот в больших количествах и дает возможность... Об Абаджаняне? Да, не только об Абаджаняне, а его произведения. Да. Ноты вы имеете в виду? Ноты, да. Издаются ноты. Вы знаете, сейчас современные вот продюсеры, да, вот затронули эту тему, сейчас вот другие подходы. Кто сказал из известных вот российских продюсеров, говорит, я, говорит, любую песню раскручу, 1000 повторов по телевидению, по радио, и все будут петь эту песню. Какой бы она там безвкусной, пошлой, не знаю, какой бы ни так была. Так и делают. Так и делают. Сейчас технологии немножко другие, да, вот, к сожалению. Именно технология, как вот можно навязать людям ту или иную мелодию или того или иного исполнителя. Вот. В этом плане вот музыка Бабаджаняна, ее преимущество, что не надо делать 1000 ударов, там достаточно просто вот иногда напоминать, потому что ну, у какого-то поколения она на слуху, а молодежь, даже если слышит эту музыку, она настолько мелодична. Вот Моцарт, да, он великий композитор, вот я задумаюсь, а почему нам нравится? Он великий мелодист. То же самое Арно Родионович, у него достаточно такие запоминающиеся мелодии, да. Не надо 1000 этих самых ударов, чтобы уже совсем такие... Конечно, ну, достаточно, мне кажется, один ограниченные раз послушать люди, мелодию. Да, уже запоминаешь. Я считаю, что все-таки надо думать и о нотах, и о литературе, которая даст возможность школам развиваться, да, и даст возможность уже с правильным вкусом. У нас в школах же музыкальных эстрадное пение не преподают. Вы имеете в виду классическую музыку? Уже преподают, конечно, и эстрадное пение, и в консерватории есть. Кстати, в Москве есть школа имени Арно Бабаджаняна. Мы вот как раз перед нашим приездом в Ереван встречались с директором.
И вот такая мысль у нас, вот действительно создать отделение эстрадного пения по этой школе. Я думаю, очень многие бы родители захотели бы отдавать туда своих детей. Да, и, конечно, вот на этом уровне надо уже прививать вот эти прекрасные мелодии, чтобы они как бы уже были на слуху. Я просто думаю, что базовая основа нужна, которая даст возможность быстрому развитию. Да. А это нужна литература, ноты, все что может базовым быть, конечно. И может даст возможность допройти заргацмана. Я даже еще добавлю, что можно даже проект сделать такой, чтобы петь Арно Арутюновича песни, потому что я так вот слушаю, вот на репетициях была, на концертах. Вот, просто можно начать любой концерт на любое настроение, вот с любой и веселой, и задумчивой, и мелодической песни, и также его завершить, также, в общем, сделать целый концерт грандиозный. Угу. Вот, настолько большой репертуар вот его всех. И разноплановый. Да, разноплановый. Но настолько так что надо проект делать. Кто будет лучше? Мы этим и занимаемся. Да. У нас был конкурс, кстати, вот, к сожалению, один раз он прошел в Армении и выявил достаточно интересных исполнителей. Вот Нарек Макарян занял первое место. Сейчас до сих пор, я смотрю, он выступает на эстраде. То есть конкурс был обязательно на первом туре исполнялось произведение Арно Бабаджаняна. И знаете, через эти песни сразу как сито прошло. То есть вот сразу видишь, да, исполнителя на этом репертуаре. Сразу все становится понятно. Даже, ну, не, даже не профессионалы, да, вот, даже зритель, да, вот, смотрит, как исполняется та или иная песня. И сразу. И на новой волне. Как под микроскопом, да. И на новой волне исполняли. Да. Очень да. часто исполняли. Помните, Эрик, как спел певец из Армении? Конечно. Замечательно. Он по-новому спел это. Ну да, великолепная песня, да. Очень музыкальная. Знаете, очень если по-новому, если это талантливо. Да, Джорджи тоже представительно спели. Майя почему говорит, это был ее проект, да, дуэт Джорджи. А вы как относитесь к конкурсам? Считаете ли вы, что конкурсы – это правильный путь для развития музыканта, для развития артиста и для пропаганды хорошей музыки? Да, это я хорошо очень отношусь к конкурсам, потому что это какой-то стартовый этап для начинающих, да, певцов. А ну, такие конкурсы, как Евровидение, и такие конкурсы, как «Новая волна», даже не для молодых, а вообще можно, да. Это, вот, это развитие, это хорошие мастер-классы, это общение, знакомишься с многими очень, с своими коллегами. С продюсерами познакомишься. И не, почему? Хорошо конкурс. И телевизионные конкурсы, вот видите, сколько мы познакомились с Арменом Абджаном благодаря телевизионному конкурсу, да, «Голос». Да. Вот. Ну, это, ну, век и телевидения. И там немало песен пели. Да, да, да. 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 Да, один из самых популярных. Конкурсы – это хорошо для молодых. А с другой стороны, я вот где-то соглашусь, а где-то нет, что есть такие певцы, которые, может быть, на конкурсе они как-то, ну, не знаю, вот, ну, не конкурсные. Есть певцы конкурсные, а есть не конкурсные. Да. Они теряются. Да, теряются. Потом они остаются тоже хорошими исполнителями. Лучано Павароди никогда не участвовал на конкурсе, так же, как Хосе Каррерас. Но это случай, знаете, это вот случай, вот кто-то вот прошел на конкурсе, потом все его знают, потом также могут о нем и забыть. Ну, жизнь такая у нас. Просто сейчас возможность это как бы есть, выступить, и чтобы это было видно, слышно. Да, и себя проявить, и свое слово сказать. Телевидение очень большие возможности дает. Узнать себя в этом направлении. Вот буквально 10 дней, да, где-то вот неделю-две тому назад ушел из жизни замечательный певец, царство ему небесное, Андрей Давидян. Я был с ним не очень хорошо знаком, я больше был знаком с его родителями, вот, потому что Сергей Давидян, вы знаете, вот, вы вспомнили песню «Первой любви», фильм, да, где пел его отец. Вот, а ему было, когда он скончался, 59 лет, Сергею, вот, не Сергею, Андрею. Вот, и мы о нем узнали, я его, в принципе, знал, он работал по клубам в Москве, имел свою публику. Я еще с его братом дружу. То есть, ну, знал я его творчество, а многие не знали. И вот благодаря телевидению
К нему известность пришла в 57 лет. Да, очень универсальный певец. Согласитесь, конечно, правда. Несправедливо, но а он жизнь тоже не такая. Участвовал в конкурсах, не да. пел там какие-то патриотические, может быть, песни. Вот. Вы знаете, я бы хотела сейчас, резкий переход будет, но очень хотелось бы знать. Я думаю, что каждый человек думает, что есть какие-то качества в своих родителях, которые он считает в детстве, в юношестве, что никогда не перенимет. То есть перенять этого невозможно. Мне интересно, вот такая гениальная личность, такая яркая личность, такая контрастная личность, как Арно Арутюнович Бабаджанян, думаю, что очень редкостное явление. Вот для вас были ли какие-то качества, которые вот вы даже не думали о них и думали, что вот никогда у меня не будет проявления в характере таких вот черт. Не будет или и будет? Нет, наоборот. Не, ну, будет. Не будет. И вот когда повзрослели, поняли, что а вот и нет, а вот эти черты именно я и перенял. Папин, да? Папин, да, папин. Ну, я много чего перенял, я так считаю, но вот знаете, у него были то, какие-то... То, что вы не основ... любили в нем, но переняли. Такого не... Я не ловил себя на мысли, что что-то я не любил в его характере. Ну, может быть, слишком эмоциональность, или, может быть, он был строгим к вам? Нормально, да. Ну, да, ну, правильно делал, я считаю, что еще, наверное, больше надо было меня наказывать в детстве. Как бы, ну, не знаю, я не усидчивый был в детстве, то я занимался на виолончели. А может, и хорошо, если бы до сих пор играл бы на виолончели, может быть, ничего хорошего из этого не вышло. Но, по-моему, это же он решил, что не надо вам ходить на виолончели. Да, наверное, правильно решил. Правильно. То есть не было таких качеств, которые... Нет. Очень интересно, потому что думаю, что каждый из нас говорит, что вот этого не хотелось бы принять. Скажем, очень много делать замечаний или слишком строго относится к чему-то. Да, знаете, вот я сейчас... Наверное, да, действительно так. Он очень требовательный был человек. Вот халтуру вообще не переносил, да, вот. Особенно в музыке. Я помню, вот на записи вроде бы все хорошо, нет, вот именно так должно быть. Да, вот сегодня Армен, помните, я вам говорю, вот там нота так или не так. Вот у него не так спеть, это он требовательный был очень. Ко мне в 10 раз требовательнее, то есть он к моему творчеству тоже очень требовательно относился. На студии, знаете, вот оркестр, замечательный оркестр, не хочу фамилию называть дирижера в Москве. У них был план, у них там было 5 часов, надо было записать 10 песен, фонограмм. Ну, понимаете, за это время хорошо записать сложно. Ну, они конечно. Так, средне что-то делали. Он очень вот, говорит, нет, вот там оркестр, вот инструмент записали не так сыграл. Записали две песни. Да, вторая скрипка не так, это вот, требовательный был человек. И вот не любил вот эту халтуру. Вот эту. Я сейчас понимаю, что вот действительно это правильно, потому что вот когда идешь на какой-то компромисс, особенно в искусство нельзя идти, потому что в конечном счете это на результат. Будет служить конечно. Всем, а не только тебе. Еще интересно, он не любил проигрывать, насколько я знаю. Угу. Особенно в шахматы играть. В нарды больше не любил в нарды проигрывать. В нарды он всегда выигрывал. Любил выигрывать, да. Да, но в шахматы не любил проигрывать. Вот у вас вот это качество есть? То есть вы тоже... Нет, я это самое не люблю, конечно, проигрывать. Но из этого трагедию не делаю. То есть проиграл... Ну вот мы дружим с сыном Вартана Тиграна. Тигран Вартановича Петросяна с Вартаном. Да. Вот, и ну, посидим, поговорим, да, мы приезжаем к ним в гости, потом начинаем в нарды играть. Вот. Я чувствую, когда я начинаю проигрывать, я говорю, все, у меня времени нет, я уезжаю. Вот, а он переживает, Вартан, если проигрывает мне, просто у него после этого там... Еще знаете, мне что очень интересно, поскольку он был талантливым во всем, он еще и рисовал, я, насколько знаю, у вас дома есть его картины. Было ли когда-либо такое проявление, то есть во время концерта, чтобы показывались его работы, или может быть в каком-либо концерте такое быть? Никогда не было, никогда не показывалось. У нас был концерт в 2006 году в Кремлевском дворце, у нас декорации этого концерта были картины художников, которые рисовали одно... Ну, портреты Арно Арутюновича. Четыре портрета, мы их укрупнили, и, значит, они были на сцене, и как бы вот перекликалось это. А вот то, что он рисовал, так широкой огласки это нигде не получало. И вот единственное, я помню, я был в Ереване давно, в 96-м году я приехал, был отца юбилей, был вечер в доме Вадри, по-моему, или в Ауксе, какой-то вечер такой собрался, и пришли люди, многие тогда были живы из друзей папы, и Генрих Игитян вспоминал, да, да. Вот, и он вспоминал, как он пришел к нам домой, и
Отец его, значит, водил по комнатам и очень радовался, когда Генрих узнавал того или иного художника. У нас армянские картины, армянских художников, ну, говорит, вот это Элебекян, это Сарян, это Баш, ну и так далее. Потом подвел к своим картинам, значит, ему тоже было интересно, но не говорил, что это он нарисовал. И говорит, вот, Генрих, как тебе вот этот молодой парень, вот, посоветовали, я вот приобрел. Вот, ну, Генрих, они были вместе с Минасом Аветисяном, пришли к нам в гости. Вот, Генрих говорит, я, говорит, раскритиковал, типа, говорит, что такое, там, все. Смотрю, Арно настроение испортилось, значит, так, он что-то так. Говорю, ну, неприятно, наверное, творческому человеку, когда его творчество плохо отзывают. Да, отзываются, и говорит, ну, сейчас я пойду чай приготовлю, хотя чай и без него бы приготовили. Потом, значит, разговор снова пошел, и опять подошли к этим картинам, и он, значит, у Минаса спросил мнение, вот, Минас, а как вот тебе вот эти картины? Минас писал, знаешь, говорит, интересно, говорит, вот, мне цвета нравятся, вот, композиция интересная. То есть он нашел что-то позитивное в этом, да, не как Генрих. И вот тогда, значит, отец, говорит, рассказал, вот, это, говорит, я нарисовал, и, говорит, если бы не музыка, я бы, наверное, стал бы художником. Очень интересно. Я надеюсь, что когда-нибудь будет возможность, и мы тоже, широкому зрителю тоже будет дана возможность увидеть эти работы по-новому, в новом качестве, понять и принять. Они очень такие экспрессивные, в такой авангардной манере написаны, то есть там не академическая живопись, а вот, ну, наверное, чувство вот композитора, ну, там есть автопортрет, и вот он как-то вот чисто вот концептуально это все объяснял, что вот что во мне там такой профиль, папин носа, да, вот это, говорит, моя визитная карточка. То есть по носу меня все сразу узнают, что еще музыкантам нужно. Ну, клавиатура и руки. Вот он как-то вот такое концептуальное, такое произведение назвал автопортрет. Я думаю, что классическое проявление его в музыке тоже концептуальное, и именно очень да. индивидуальное. Очень приятно с вами говорить. Жаль, что я настолько уже отвыкла общению с русским, то есть на русском языке, что очень многое хотелось бы спросить, но не дает возможность языковой барьер. Но надеюсь, что в следующий раз, когда приедете, я это осилю и сможем более, более скрупулезно поговорить. Мы, может, поговорить. Тоже армянский осилим. Да. Получим, чтобы... Вдвойне было интересно. Работа была бы соответствующая. Но у нас есть последний вопрос, который я бы хотела задать вам. Как вы думаете, что имел бы в виду Арно Арутюнович, если бы ему задали вопрос, когда вы говорите «я», что вы понимаете? Я или Арно Арутюнович? Арно Арутюнович. Я, да, это самое. Ну, у него бы спросили, да. Как он себя позиционируют в этой жизни? Ես ասելով ինչ է հասկանում, может позиционировать, то есть կարող է եւ արտահայտում լինել որպես անհատականություն, որպես քաղաքացի, որպես հայ, որպես մարդ, որպես տեսակ, կարող է եւ Ես ասում եմ, ինչ я позиционировал как сын армянского народа, то есть он для него это очень, не знаю, может время тогда такое было, что у нас вот тогда не очень принято было про геноцид говорить. Вот, а папа вот как-то это очень остро воспринимал, но это от родителей, наверное, потому что дедушка, бабушка у меня из Игдира, который сейчас находится по ту сторону границы, и до рождения отца в семье они воспитывали девочку, беженку, как дочку они воспитали, потом ее замуж выдали, вот и папина как бы вот приемная сестра, вот для него это очень важно было, вот национальный признак, да, как, вот, ну, наверное, потом как вот, музыкант, наверное, потому что он себя тоже ощущал вот музыкантом, композитором, пианистом, наверное, вот это. Я спасибо. Ответил на ваш вопрос. Спасибо огромное. Конечно, ответили. Очень интересно мне было. Очень приятно, что работы все-таки ведутся, и такие великие личности, как Арно Арутюнович, все время в нашем понимании, в нашем обиходе, в нашем мышлении, и дадут нам возможность быть намного добрее, намного правильнее, и намного открытия для мира, для восприятия, для всего. Огромное спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо большое. И удачи в сегодняшнем концерте. Да, спасибо. Вот ребята постараются. Հարգելի հեռուստադիտողներ, նաև ձեզ վստահ եմ, բոլորիդ համար շատ կարևոր էր այս հանդիպումը, առնչություն Արնո Բաբաջանյանի նման մեծության հետ, ով
սերունդները ձևակերպել, սերունդները դասյարակել եւ իր այդ ուժը, որը եւ ստեղծարարական է եւ էմոցիոնալ է եւ բանական է, տալիս է հնարավորություն արագընթաց զարգացման։ Մեզ այն շատերը պետք է պարբերաբար առնչվեն նրա երաժշտության հետ, նրա արվեստի հետ, նրա անհատականության հետ եւ մարդկային առումով վերցնեն, խլեն նրանից այն ամենը, ինչ կարող էր նա տալ եւ այդ կարճ ժամանակահատվածում եւ այդ կարճ հնարավորությունների մեջ նա կարողացավ դրսեւորել եւ պարտավորվել այդ ամենը վերադարձնելու հաջորդ սերունդներին, մաքրամաքուր գրված, ստեղծված արժեքները պահպանելու եւ փոխանցելու։ Սա է մեր պարտականությունը։ Լինենք ուշադիր, լինենք զգուշավոր, լինենք հետևողական եւ լինենք գնահատողը այս կարեւորագույն արժեքների եւ անհատների։ Հանդիպելու ենք վաղը երեկոյան կրկին, ասելու բարև եսը։ Անչափ շնորհակալ եմ, спасибо огромное։ Снимаем. Можете с собой взять. Не думаю, что...